Минувшей ночью в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Сообщается о 3 погибших и 4 пострадавших. 2 человека доставлены в больницу, мужчина и ребенок 10 лет. По информации российских СМИ, обстрел велся со стороны Украины. Взрывной волной разрушено около 50 многоэтажных и частных жилых домов. Сейчас из эпицентра падения снарядов продолжается эвакуация местных жителей.